Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Украина выбрала нового президента. Непредсказуемые итоги демократического голосования в стране. Новая должность в коллекции Назарбаева. Что приобретет и потеряет не Елбасы, когда станет почетным председателем ЕАЭС? Уязвимое положение преступного режима. Какие методы давления на несогласных использует власть Назарбаева перед выборами? Подготовка к мирному митингу ДВК, который состоится 1 мая. Руководство страны попытается запугать активистов, чтобы не допустить волнений и митингов перед выборами.